Тоже не хочешь кепку? Мы одеваемся в садик. Там свежо, папа сказал, да? Надо одеть кофточку или курточку. А что ты хочешь? Не хочешь? Ну не одевай, сними, ну там прохладно. Бери свою кепочку, пошли на улицу, выйдем, посмотрим, как там. Всем доброго утра. Снег? Уже скоро. После лета у нас наступит осень, а после осени зима, и зимой уже будет снег. А ты когда хотел? Сейчас снег? Шапку? Зачем, зай? Мне говорит, дайте мне шапку. Зоя тебе пистолет принесет в садик. Ты будешь ждать? Спокойно. Пошли. Видишь, он в хорошем настроении просто идет в садик. Папа нам тут вчера виноград пообрезал. Вот эти все поросли, дети сегодня их вынесут. И тут тоже. Сразу светло и хорошо стало. Только 8 утра, а мы уже рядок петрушки навязали, да? Какой? Два рядка даже, да? Два рядка петрушки. Вот, а сейчас только 8:10. Смотрим Любу Киев. Благо у нас теперь цивилизация, да? Марсика покормили. Все в работе, да. Сейчас несу маме попробовать макарошки. Белый шоколад, малина. Вот здесь вот сверху, снаружи белый шоколад, внутри сердечко из малины. В общем, мамуля сейчас будет пробовать. Гляньте, какой он огромный получился. Мама тут заценивает макароны мои. Говорит, даже вкуснее, чем я привозила, да, тогда? Так они какие огромные получились. Ага, а ты привозила. Да. Ну ничего, с малиной вкусно, да? Малина, белый шоколад. Малина, белый шоколад. Ну ничего такая, да? Ну понравилось. Папа, не есть? Есть. Нести? Конечно, сейчас принесу чай. Так, сейчас буду папе макарошки доставать. Дедушке Саше. Тут мне в коробочке прячется. Пироженки. А с чем ее? Малина, белый шоколад. Я не буду. Вот тут вот уже видно малинку. Мы уже пока довязали. 11:15. И обед приготовился тоже. Обожаю духовку. Обожаю мясо в духовке. И сегодня у нас именно это на обед. Здорово, что ничего не нужно не переворачивать. Просто поставил таймер. И через 50 минут все готово. Вот такой вот сегодня обед. Здесь мясо, картошечка. Готовила ее вчера, просто разогрею. Сделаю салат сейчас и будем обедать куриными. Что это? Голени. Да, в общем, чупа-чупсами. Вид, конечно, страшный, да? Сейчас тут буду фоткать макарошки, сердечки. И вот еще разрисовала этих мишек. Так что у меня теперь мини-фотосессия. Фотосессия макарошек закончилась. Идем их кушать. Ура! Обед. Война войной, обед по расписанию, да? Дети даже захотели открыть соленые огурцы. Уже ждут зиму. А ты сейчас хочешь их есть? Но мы с прошлого года баночку открыли, они уже точно просолились. Дали какие. Мишка тут стол славы себе. Славы. Имени Можно себя. Мне еще один стол, пожалуйста. Конечно. Давай да? Кровать вынесем. Стол ну, поставим. Можно. Да. А я бы на... Мама в Инстаграм. Готовится идти на огород. За пучком щавеля надо сначала посмотреть Инстаграм, да? Ага, что-то тут откуда это? Я не знаю, что... Ну, зайди, посмотри. Вот. Ага. Это кто? Старомшастовская женская одежда. Магазин «Одевайка» какой-то. Ага, это что это какое? В центре? Где, в Сельпо? В Сельпо, да, «Одевайка». Да, да. У нас уже 5 часов. Я приготовила салат на ужин, потому что Сережа не должен забрать Афоню и будет дома с детьми.
мы с Гришкой поедем в школу. Гришка будет на карате в 6 часов, а у меня собрание в 6:30 с Антошкиным классом, с родителями, сами там, по-моему, без учительниц вроде бы. И что-то там порешаем по поводу 1 сентября. Вот. Круто, пока болтала с мамой, убралась вот тут вот, в этих вот полочках. Тут прям куча пыли была, мука, в общем, все лишнее убрала. И теперь все самое нужное под рукой. Да на кой, эту где-то ж потеряли. Папа сейчас мячик. На карате нам. Ничего нет? Ты тут же ж попасть. Голчата мои. Ну чё? Все? Ух ты! Тихо. По носу? Мама вернулась домой. Мам, я хочу тебе показать, как я вешу на ногах. Пошли. Канатный турник. Канатная дорога. Да. Мама ли? Папа, как лезь? Фоня? Ну ты не лезь. Не, типа. Ну хотя бы маты. Маты? Не, ну можно, маты. Конечно, бетон это вот так. Знаешь. Отлично! Обезьянка! Угу. Вот так, моя обезьянка. Нет, как я, Гри. Как обезьянка. Ага, а ты что думал? Ну, проползешь? А что у нас это будет? Ничего, счастье! Тандулину дам, если не проползешь. Давай, 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 а как ты хотел тренировать? Все, я иду отдыхать. Выбрали родительский комитет сегодня на собрание в школе. В общем, круто прошло собрание. Все очень, ну, достаточно быстро, полчаса, по-моему. Я потом еще Гришку подождала с карате и все. Вот, так что идем уже спать. Я сейчас напекла пряников. 30 сердечек будут свадебные. Пряники, знаете, не просто как комплимент уже на свадьбу, а будет как комплимент к приглашению. То есть будет пригласительное и пряник. Мне кажется, тоже очень интересная, да, идея. И завтра буду их кое-что расписывать, кое-что печатать. В общем, как всегда, чтобы было... И красиво, и, ну, дизайн все не я придумывала, то есть я не делала несколько образцов, вот как уже придумали молодые, так я и делаю. Все, всем до завтра, завтра опять в подъем в 5 утра, я уже с 1 августа просыпаюсь в 5, ну как просыпаюсь, я завожу себе будильник на 5 утра, потом выключаю его, и примерно вот в 5:20, в 5:30 мой организм встает. И все, я иду умываться, чистить зубы, вот, и, в общем, монтирую по этому видео, выставляю уже, вот сегодня 13-е, я за 12-е, за 11-е выставляю.